Всем здравствуйте. Девушка говорит, плов знаю. Подскажите, пожалуйста, а как баклажан? Девушка, у нас баклажан тут в России нету, тоненький. Я не видела. Это Азербайджан есть. Меня девушка привез из Азербайджана. Спасибо ей за это. Если у вас тоже, где вы живете, там есть тоненький баклажан. Его сначала надо варить, баклажана. Очистишь и с ножницей вот так делаешь и варишь немножко. Когда трогаешь, видишь, мягкий. Потом его надо раковины поставить на какую-то штуку, марли завернуть и на нее сверху поставить огромное что-то, чтобы от нее вода ушел. Потом, когда она готова, когда забираешь огромную вещь, да, вот что-то посуда или вода или что, когда все уже готово и смотрите, баклажан становится тонкий. Тогда его делаете соль, перец, все готовите и все. Убираете в сторону. И потом делаете для нее начинка. Начинка я делаю лук, греческий орех. Туда же добавляю соль, перец, немножко алча туршусы. У нас это называется туршу. И тоже начинку делаешь на баклажан и жаришь на растительное масло. И с макаронным пловом просто супер. Спасибо. Надеюсь, вам помогла мой рецепт. Спасибо.